И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, как всегда, отличное настроение. И сегодня мы играем классную игрушку Sonic L-Star Racing Transformer. Это гонки со стрельбой. Сейчас вам все покажу. World Tour. Давайте. Сюжеточку нам. О, Ванька, короче, на этом, на танке. Лучше бы сделали на печи. Было бы прикольнее. Давайте Соника возьмем. Грузится быстро, все сделано четко. Играю на геймпаде. На клавиатуре вообще неудобно. Я не чувствую игру. Только подключил джойстик и сразу как понеслась, родная. Ну, раз в пять я сыграл. В одиночке. Синглплеер. Теперь будем так валиться. Давай, Соник, ты можешь. А чё ж так медленно ускоряешься? Музычка классная здесь вообще. Здесь авторские права не предъявят? Если предъявят, ничего страшного. Переделаем ролик. Запишу. Гоним. О! Ой, чувака подкинуло. Теперь я запускаю смерч. Ну-ну-ну-ну-ну. Видите, как сделано? И монетки выпадают. Я их собираю, и все четенько у нас. Давай-давай-давай, Соник, ты можешь. Раз и классно, все так энергично и быстро сделано. Сейчас мы в него... А, это у меня ускорение. Двойное. Пошел отсюда. А как они сульто в воздухе делают? Вижу, какие-то трюки делают, я не умею. Может, надо каким-то геймпадом крутить правым? Сейчас попробуем. Второй круг пошел у нас. Я четвертый, кстати, вот это нормал взял. Блин, не могу попасть. Тут надо четко стрелять. А, нет. О, это самонаводящая, смотрите. Так, сейчас подберем. Ой, они там на эти наезжают, на шарики эти. Крутящиеся диски, а, бочки. Подбили чувачка. Гоним дальше. Вот это скорость. Не попал. Мне это оружие не нравится. Самое лучшее наводящее само. Ну-ну-ну-ну. Ушел. А, я теперь понял, почему эти муравьи прилетают. Они задерживают, чтобы балансировать. Я понял, что далеко не отрывались они от нас. Посмотрим, какие тут еще штучки есть классные. Базука! Вот я нет. Мина. А, все. Машинка перевоплотилась. А, они на лодках едут, а я на машинке. Так, ушел. Тракторист какой-то. Прикольно это все смотрится, не знаю. Надо вникнуть еще. Поехали. Вот это у него звук двигателя. Это гоночный. Ого, он ускоряется. А, и все, отстает. Русский такой прикольный. Блин, не успел взять оружие. Дракон здоровенный машет крыльями. О, меня обогнул. Мерч, повезло. Ребята, можно онлайн играть. Это было красиво. Первое место. Ха-ха, так прикольно встает прям. Мерч, давайте, кто меня обгонит? На танке первый еду. Где такое видано? В какой игре? Где-то он валит боком. Ого! Смотрите, какой корабль вверху. Здоровенный. Просто нереально большой. Так, я на танке. Город. Проверяем. Так, я теперь понял, тут, наверное, надо дрифтовать. Не то делал. Сейчас проверим, прав я или нет. Да, надо дрифтовать. Отлично. Так, теперь стало интереснее. Я теперь понял, как они дрифтуют на поворотах. А то я вижу, они на гонках как-то так бочком едут. Валят, а я не могу. Да я профи. Очень интуитивное управление, просто нереально.
очень понятно. Любой ребенок сможет кататься без проблем. Норм. Надо еще и скорость определенную. Если будет чуть быстрее ехать, то не сможешь. Вообще красавчик. Красавтаище. Ух, чуть-чуть. Надо нежнее с управлением. Но аналогами можно контролировать. Здесь руль не резко выворачивается. Можно плавненько выворачивать. Так, до финишев доехать. Только здесь точек контрольных. Что-то многовато. Ух, монеточка. Норм, едем. Есть, чуть-чуть там пропустил, но ничего, время есть еще. 20 секунд. Давай. Есть! Ух, ребята, прошел. Это было интересно. Поехали. Такие причудливые машины. Друг друга не похожи все. Так, самолетик. Пожара. Оружие. Сейчас кого-то паразит, я вижу. Ой-ой-ой-ой-ой. И меня же само подбомбили. Если мы на трассу выйдем, сразу будем замораживать всех. Блин, да что ж вечно мне обраточка прилетает? Моментально, как только стрельну. Это жизнь. Мерч полетел. Четко. Ух. Получи. Четенько. Первый. На тебя мина. Не знаю, наехал или нет, вроде отстал. Получается, мы маленькие, все вокруг такое здоровое. Что так быстро превоплощается, даже не успеваешь моргнуть. Заморозки. Салюты. Мина. Ракетница. Так, третий круг сейчас будет. Блин, надо на хард ставить. Муравьишки. Блин, попал. Не да? Такой звук. Лодки. Такая война идет. Ракеты запускают. Вертолеты там горят. Эх, не взял оружие, жалко. Возьмем. Четко. Не, мне Соник больше всех понравился. Поэтому игра называется-то. На самом таком месте насрал. Четко. Вот, это оружие я не буду стрелять. Мановодящее. Это я первый? Отлично. Игра вообще веселенькая такая. Первое место. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.